С Новым годом! Мороз и солнце, день чудесный. И если ты еще дремлешь, друг прелестный, то пора, красавица, проснись и выходи на старт заветы обещаний. Да простит нам великий поэт эту вольную интерпретацию его бессмертного стихотворения. Памятник Пушкину около Центрального дворца культуры – традиционное место сбора и старта участников щелковского бегового сообщества «Щелково Раннерс» – «Щелковские бегуны». Им не помеха ни мороз минус 12, ни гололед, ни календарь, на котором, между прочим, значится 1 января. Новогодний забег обещаний, дистанция которого равна порядковому номеру только что наступившего года, мероприятие насколько шуточное, настолько и серьезное. Дал себе обещание, написал на нагрудной табличке «Будь добр, выполняй». Я очень рад всех видеть. Желаю вам в 2024 году просто быть хорошими людьми. Обещание написали. Вся фишка в том, чтобы написать все обещания и потом весь год смотреть, выполняю я эти обещания или нет. Добавим, что до этого символического забега спортсмены, а среди них есть и любители, и профессионалы, уже успели с утра пробежать полумарафон, дистанцию 21 километр, до станции Фрязино-Товарная и обратно в Щелково. На забег обещаний вышли по-новогоднему. В костюмах феи, снегурочки, лисы, волка и зайца, а самые бесстрашные и вовсе без костюма, даже спортивного. Итак, на старт, внимание, марш! Символическая беговая дистанция 2024 метра начинается у памятника Пушкину, проходит по улице Парковой, конечно же, до главной щелковской елки на площади Ленина и обратно. Хочу поздравить всех с наступившим 2024 годом. Этот год во всех отношениях для щелковского бегового сообщества очень хорош. Нас сегодня вышло около 50 человек. Сегодня у нас гости с Королева, с Мытищ. Мы молодцы. Праздничный новогодний забег состоялся при поддержке Комитета по физической культуре, спорту и работе с молодежью. Все участники, в чем мы лично убедились, бежали счастливые, довольные, веселые, то есть такие, какими и должны быть люди в Новый год, который, как известно, как встретишь, так и проведешь. С Новым годом, с новым счастьем! После финиша все участники забега обещаний согрелись горячим чаем, получили на память значки и сделали общую фотографию с Дедом Морозом и Снегурочкой у елочки в городском парке. Ирина Микеда, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.